199-й годовщине со дня рождения великой исторической фигуры Тараса Григорьевича Шевченко в Союзе художников Украины проходит ежегодная выставка-конференция. Историки и художники представляют работы, напоминающие о жизни и деятельности народного вдохновителя. Отличие данной выставки от традиционно художественной в том, что авторы проекта рассматривают мысли украинского поэта актуальными не только для 19-го столетия, но и на сегодняшний день. Выставка проходила в формате конференции, на которую были приглашены историки, филологи, поэты, живописцы. Сегодня Захід досить цікавий. Чому? Тому що він поєднує як суто такі мистецькі завдання, так і завдання просвітницькі, тобто просвітити одеситів, які загалом, я впевнений, не знають, хто такий Шевченко, це очевидно. І всі тут знають, хто такий Шевченко, але сенс полягає в тому, я думаю, щоб обмінятися думками чергового разу, знайти якісь такі нові цікаві моменти, які б могли освіжити в пам'яті, так скажімо, сам от постать Шевченка. Выставку заполнили 71 работа в различной стилистике – живопись, графика и скульптура. Основная цель мероприятия – привлечь художников углубленно изучать историю и проследить свои этнические корни. Как делится мыслями организатора, это важно для выразительности, глубины и чувственности творчества. Мы стоим на одной позиции, что участь у художников в акции уже его реакция, его відзнака, чи відзначення ним події або теми самої. Тобто художники представляють вільно, абсолютно свою, незалежно, не заангажовано ніким і нічим творчість. Приятно, что выставка стала традиционной. Разноплановость как работ, так и стилей исполнения отвечает одной из главных мыслей, которую Тарас Шевченко с незапамятных времен пытался донести до нас. И чужому научайтесь, и своего не цурайтесь. Александр Весилок, Юрий Весилок, телеканал «Круг».